Привет. Всем привет. У нас раннее утро. Я сейчас включу свет. Оп, вот так. Заранее скажу, что снимаю я с разрешения Егора. Мы с ним поговорили. И он мне сказал, что он мне разрешает себя снимать. Но сегодня у него есть хорошее настроение. Вчера я не стала ничего делать такого. Потому что, как я уже говорила в предыдущих моих объяснениях, я не хочу скандала на своем канале. Вот. У нас вчера было воскресенье. Егорка у нас ездил с папой на награждение. Да, Егорка? Ты хоть сюда не надо, посмотри. А то он все время смотрит вниз. Это тоже его как бы привычка. И всегда все думают, что он весь такой поникший всегда. Когда я его ругаю, например, он тоже смотрит вниз. Но через секунду, когда мои монологи заканчиваются, он просто улыбается и все. Вот. Так, я сама себя перебила. В общем, мы вчера... Да, они вчера с папой ездили на награждение. И вечером Егор не мог дождаться мамы с работы. Да, Егор? А зачем ты маму с работы ждал? Чтоб. Сняла, что мы подарили. Да, ему очень хотелось, чтобы я сняла ролик о том, что ему подарили на это награждение. Они подготовили все, я им помогла, я убрала постельку Егора. Ну, сейчас уж я не стала, раз у нас раннее утро. Вот. Они все припасли, все его подарочки. В общем, мы сняли ролик. Этот ролик я, наверное, выставила вперед. Того, что сейчас записывается. Зачем я сейчас записываю? Это, так сказать, тоже болтология. И вечером началась крутиться у нас опять погода. Такая неприятная. Ветра очень сильные поднялись. Очень шумно вот на улице из-за ветра было. И с Егором стала опять у нас твориться такая вот неприятная ситуация. Да, Егорка? Да. Мне было страшно. Ему было очень страшно. Он не знал, почему ему страшно. Мы же все здесь, все рядом. У него хоть и как бы отдельная комнатка, но дверь открытая. Вот мы прям совсем рядом. И я сюда периодически заходила. Да, Егор? Да, вон Масик у нас, смотрите. Счастье упорно лезет в дом. Вот. И он по своей привычке... Когда ему что-то не нравится или что-то, он очень сильно кричит. Очень часто психологи, вот особенно школьные, они не любят слово «орёт». Даже на собраниях на родительских они говорят, что ваши дети не орут, ваши дети кричат. Да. Егорка, не отвлекай меня, у меня такая мысль важная. Я хочу ей поделиться. Вот понимаете, в такой ситуации... Наши дети, они не кричат, они орут. Вот действительно орут. Он просто бессмысленно вот орал. Сидел, без слез, без ничего, просто орал. Стучал ладошками по полу. И это около 12 часов ночи. Было почти 24 часа. Это была вчера у нас суббота. Сегодня вот воскресенье. Мне сегодня ехать в Москву. И я вчера накануне писала заявки. Писала я где-то еще, наверное, потом целый час. Вот он где-то, наверное, минут 10 уже первого угомонился, уснул. Я периодически подходила к нему, там, уговаривала его, чтобы он не шумел, потому что девчонки спали. Девочки не могли из-за него тоже до 11 уснуть, но потом, видимо, все-таки сон-то их переборол, они уснули. А он вот еще чуть больше часа все никак не мог уснуть. Вот то ли погода на него так подействовала, то ли вот это награждение его взбудоражило вот так сильно. Плюс ролик-то вот мы сняли. Очень эмоциональный у нас Егор. И он вот громко так кричал. И я сегодня надеялась, что он у меня поспит хотя бы часиков до 7. Но нет, вот смотрите. 6 часов утра. А Масик тоже уже да, проснулся. Он мне заявил, что он спать больше не хочет. И вот я пришла его уговаривать, чтобы он не шумел. Чтобы девочки еще поспали. Потому что девочкам... Согласитесь, выходной день, пусть дети поспят, подольше. А я помню, сколько написал. Ага.
Сейчас я объясню, Егор. Давай я объясню. В общем, это ему... Что тебе это подарили? Это блокнотик. Был... Тихо-тихо, давай потише. Это девочек разбудим. Блокнотик. Альбом. Ага. Ну, нет, это мы уже перечисляли. Вот это был листочек из блокнотика, да? А задание тебе кто дал? Кто тебе дал задание такое? Никто. Ты сам написал? Да. Давай показывай. В общем, он решил цифры пописать. Вот смотрите, сколько он цифр написал. Сейчас я немножечко еще сфокусирую. Это у меня чуть не очень четкая картинка. Подожди, пока. Ну-ка. Ну, в общем, видно, наверное. Ну, целый листочек он исписал цифрами. Это 210. 210. Ну, он в больших цифрах еще у нас, конечно, не очень. Слава богу, что он в пределах 10 у меня так, более-менее. Егор, ну, ты опять свою макушку показываешь. Более-менее научился считать. И я очень, можно сказать, ставлю себе жирный плюс в том, что я смогла подловить его на азарте. И он теперь меня читает. Мама, ты будешь мне вопросы задавать? Вопросы? Давай я тебе еще один вопрос задам. Ты помнишь, как я тебя просила, даже заставляла читать, а ты отказывался? Да. Помнишь? А теперь тебе нравится читать? Маскаризма, да. Ты не отвлекайся, раз я тебе вопросы задаю. Мы же еще и тем, кому интересно, рассказываем. Да, Егор? Теперь тебе нравится читать? А куда тебя Вера записала? В библиотеку. В библиотеку. Вам там интересные книги подбирают? Да. Какую ты последнюю книгу прочитал? Ну, там три. Как мальчика-то звали? Название-то? Как книга называлась? Не помнишь? Нет. Не помнит. Ну, смысл-то он все равно понимает, чтение. Снежка вот по-другому. Она читает, вроде как начитывает по слогам, но не всегда понимает смысл. Ее спрашиваю, Снеж, поняла, что прочитала? А, Вовка. Нет. Вспомнил, да? Да. Вовка в 39-м царстве. Царстве. Еще мультик такой есть. Надо вот сегодня Никита приедет. Я его попрошу, он вам найдет этот мультик. И включит вам его. Ты любишь его, этот мультик? Да! Любишь. Ты что кричишь-то? Я девчонок разбудил. Ладно, буду я заканчивать съемку. Мне нужно на работу собираться. Я работаю по выходным дням. Пока. Так как у меня старшие дети с маленькими находятся. И плюс у нас сегодня Никита приезжает. Ну, чтобы уж совсем-то их одних не оставлять. Егор, давай всем пока-пока. Всем пока-пока. Пока. И всем пока-пока.